Привет, ребят! Начинаю свое видео с заправки, потому что сегодня я еду гулять в Урлу, ну и заодно решила для вас немножко поснимать чего-нибудь интересного. Знаете, сейчас все поездки куда-то за город, это становится капец как дорого, потому что сейчас литр бензина и дизеля в Турции стоит почти что 25 лир. Ну, как бы это очень дорого. То есть раньше бы так было, заправил на 100 лир и все, и ты вот едешь, и едешь, и едешь, и едешь. А сейчас ты заправил на 500 лир и такой, ой, а у меня бензин уже закончился, и все. Ну что, мы приехали в Урлу, готовы снимать, и пока мы не вышли, пока не началось наше приключение, хотелось вам напомнить, что YouTube в России отключил монетизацию, и чтобы хоть как-то поддержать мой канал, чтобы смотреть больше видео о путешествиях, просто включите любой бесплатный VPN и поменяйте страну просмотра, например, на Европу или Америку, и тогда монетизация включится, я смогу еще больше путешествовать и показывать вам новые места. И, конечно же, подписывайтесь на мой Telegram, на мой Яндекс.Дзен, ссылочки в описании к видео. Ну, а теперь идем гулять. Все, мы доехали, Лида уже куда-то сбежала. Ну, от дома мне, наверное, сюда ехать час. Сегодня будет такое лайфстайл видео, потому что мы выбрались просто погулять. Вот, ну и заодно, думаю, поснимаю вам что-нибудь. Это Лида. Привет, привет. Взаимосъемки. Такое вот шикарненькое местечко. Мы здесь будем завтракать. Что, сядем куда-нибудь? Да. Давай сюда. Несмотря на то, что сегодня понедельник, а народ есть, я думала, вообще никого не будет. Смотрите на этих жирненьких. Вы посмотрите на этих жирненьких, толстеньких. И вообще, им все нипочем. Я здесь первый раз. Посмотрим, чем здесь кормят. Ну вот здесь вот есть завтрак, но... Цены, кстати, дороже, чем в Измире, потому что 240 лир, ну, это как бы дорого для завтрака. Ну, что мы хотели? Кафешки возле моря. А омлеты вполне себе приличные цены, вполне себе даже недорого, потому что вот даже, например, с пастырмой всего 40 лир омлет. Что же вы кричите, дорогие мои? Разорались. Вот нормальные цены, вот цены на сэндвичи. Стамбульские цены. Ну а вот цены на рыбки. Тоже подорожало все, конечно, очень сильно. Прям вот я вам скажу, что очень-очень сильно. Смотрите, не буду комментировать все меню, но вот как-то так. Ага. Да, сладости это не мое. Грустный рулет. Как-то реально все грустно выглядит на самом деле. Смотрите, вот это типа сырная тарелка, ну... Но он сказал, в сырной тарелке будут помидоры с огурцами. Я еще раз убеждаюсь, что в Турции есть такая фишка. Если это какое-то место красивое, возле моря, с панорамой и так далее, то чаще всего там, ну, как бы кухня, ну, такое. Ну, вот, да, ну, такое как бы. Вот, это называется сагани де юмурта. Типа яйца на вот такой вот сковородке. Она медная и горяченькая. Смотрите, какая красивая у меня ручка. Ну, яйца выглядят вполне себе нормально, и пастырмы много. Мы решили чай хлебом покормить. Хоть кто-то ест. Сам не ест и всех гоняет. Вам этот вход в кафешку, то есть прикиньте, вот эта кафешка, она вот тянется туда, и вот такой вот вход. Урла как бы считается в принципе не самым дешевым местом в Измире, ну и как все прилегающие районы у моря. А здесь уже так совсем пусто в Урле,
в выходные дни народу просто очень много. Я еще люблю Урлу за то, что она вся такая старенькая. Что? А здесь завтрак не за 200 с чем-то, а за 100 лир, пожалуйста. А, вот так вот, здесь вот за 100 лир завтрак, а у нас был за 200, но мы его не просто ели. Просто без вида. Да. Да. У нас очень странно вообще в Эгейском море, здесь у нас очень мало медуз, а тут уже видим вот этих вот коричневых, они вроде как опасные, откуда их наплыло. Смотрите, про воровство от Турции, видите, стоят цветы. Здесь написано, что один букетик стоит, не знаю, сколько стоит, а сколько стоит-то? Донейшн, кто сколько хочет, пусть только оставляет. В общем, видим, ну да, то есть никакой цены нет, да, то есть берешь букетик, наверное, и кладешь вот сюда вот денежку. И смотрите, ой, вон лежат денежки, вот стоят цветы, ходят люди, и никто не ворует. Лежбище морских песиков. Ребят, я вам сейчас покажу ворота в рай. Видите, какая одинокая дверь. И мы выходим к морю. Смотрите, здесь можно купить балык и кмек. Еще и селф-сервис. Олай гельсен. Зекерлай. Не пьешься на саджаба? Шынауна, кайшик тост деп ем. Зекерлай. Біз кезіюрі, сәвет, бізді мәркезден гелдіңіз үшін. Орда чок кафе бар, да сізді бұрда біраз ұзақ қалдыңыз. Бізім бұрасы біраз дан фарклы бір концепт. Бәлі, деніздің кенарі, сакин. Калабалықтан ұзақ. Güzel. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bol bol müşteri size. Görüşürüz. Так спокойно, потому что сезон, ну можно сказать, что он еще не начался, потому что все-таки только потеплело, чтобы вот прям жарко стало. Поэтому очень спокойно сегодня. Смотрите, вообще же вот это все раньше населяли греки, и даже надпись, название, табличка отеля, она под греческий стиль. Я хочу спросить. О, вау, посмотрите, какая красота-то здесь. Посмотрите, какой. Мераваллаш. Хош булдук. Смотрите, какой дом. Сиз сахибимисиниз аджаба? Evet. Бурасы, тахмин эдиорум, эски юнан эви гиби. Evet, doğru. Эски юнан эви. Йоргос Сеферис адыны ташыдыгы шахсын бүйүдүү эв. Чожуклук йылларын кечирдүү эв. O da kim? Yorgo Seferis. Yorgo Seferis kim? Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış Rum asıllı bir şair. Asıl görevi diplomat aslında. Şairlik yönü yan unsur. Asıl unsur diplomat şahıs. Ama mübadeleyle buradan gitmiş 1914 senesinde. Çocukluk yıllarını bu evde geçirmiş. Burayı çok sevdiğini dile getirmiş sözlerinde, şiirlerinde. Biz de muhafaza etmeye çalışıyoruz. Siz acaba akraba mı? Yok, değiliz, değiliz. Akraba değiliz. Akraba satın değil. Aldınız. Evet, satın aldık. Ama yani o değeri seviyoruz ve sahip çıkmaya çalışıyoruz. Koruyorsunuz da, çok güzel bir yer. Sağ olun, sağ olun. Acaba onun fotoğrafları mı orada yoksa? Bakın, arkada. Ha, orası. Evet, orası Yorgos Seferis köşesi. Yorgos Seferis corner. Kendisi bakın porselende. Aha. Burada resimleri var. Oo, çok enteresan. Kendisi yani oteli otel haline gelip de açılışında işte eski Yunanistan Cumhurbaşkanı geldi. Şurada adı yazıyor. Stefanos diye. Çok enteresan. Gerçekten. Evet. Yani yeriniz de çok güzel. Müthiş gerçekten. Смотрите, сколько здесь старинных вещей. Просто чисто случайно зашли. Не реклама, ребят. Но прикольное местечко. Да, видите? Вот тут вот на греческом написано. Здесь на турецком. Здесь очень круто. Мы приехали в центр Урлы. Найти здесь парковку вообще сложно, поэтому... Вот такая вот маленькая парковка. Просто двор дома превратили в парковку за 15 лир. Как вам табличка?
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم Та сладость называется локма. Siz mi dağıtıyorsunuz? Evet. Bu lokma ne için dağıtılıyor? Cenazemiz vardı. Babam kaybetmişti. Başınız sağ olsun. Seneyi devriyesinde dağıtıyoruz. Başınız sağ olsun. То есть это как бы поминки такие получается, что каждый может прийти и в память о умершем человеке отведать вот этой сладости, которая называется локма. Так вот артишоки выглядят. Посмотрите, какой гигант. Смотрите, как чистит. Этот цветок срезается и остается вот такая серединка. Ну вот, мы выплыли на главную улицу Урлы, Санат Сёка, улица творческих людей. Вот так вот здесь все. Мы залипли здесь. Здесь продают такие прикольные штуки, да, как две сороки. Но это не золото, нам сказали, что это сталь. Якобы, о, блин, она такая классная. Мне нет налички вообще. Вот это якобы они не темнеют. Смотрите, какая классная штука. Мне прям очень понравился этот браслет и вот этот вот, вот эта подвеска прикольная. Acaba siz mi yapıyorsunuz bunları? Yok, çelik ithal. İthal. Evet, çelik ithal. Yani şöyle diğer ürünlerin hepsi bizim kendi el yapımımızdır. Ama tabii çelik Türkiye'de üretilen bir şey değil. O yüzden o ithal ürünler. Hatta bizim bunlar İtalyan çeliğidir. Hani Çin falan değil. O yüzden hiç kararma. Ya bugüne kadar hiç şikayetimiz olmadı. Hep aynı yerle çalışıyoruz genelde. Anladım. Çünkü. Ну что, две сороки. Затарились всякой ерундой. Ну вот такая вот у меня штучка и браслетик. Лида тоже что-то накупила. Да. А у нее браслетики. И кольцо. И кольцо. Как так? Нам надо найти где-то местечко, чтобы сесть, что-нибудь попить, потому что Лиде надо будет ехать в аэропорт и лететь в Стамбул. Стамбульская женщина. Стамбульская женщина. Я не знаю, почему я вам особо раньше Урлу не показывала, но здесь очень красиво. Мы решили сесть прямо здесь. Недолго. Да. Смотрите, какая подача, прям как коктейль. Это просто обычный холодный кофе. И лимонадик. Домашний. Вкусно? Да. А вот сладости без сахара здесь не нашлось, ну ладно. Здесь на самом деле можно вот целыми днями ходить и любоваться всякими домиками, красотой вот этой. Посмотрите, какой зонт. Даже зонт, как произведение искусства целое, посмотрите. Ой, прелесть какая. Мы решили зайти сюда, Le Bon Homme. Я не знаю, что это такое, но выглядит это очень интересно. Блин, как интересно. Нам, к сожалению, не разрешили здесь снимать, потому что все, что там есть, это все продается, все это изделия ручной работы, но, видимо, чтобы не копировали. Зайдем? А тут вот в таком вот домике кафе. Ой, Шпулдук, кафе не... Как вам раковины? Bu lavabo eski galiba. Eski tarihi eser. Hangi yılından beri burada biliyor musun? Vallahi 1800'lü yıllardan beri böyle. Eski Yunan konsolosluğuymuş Osmanlı zamanında. Öyle mi? Daha sonra Kurtuluş Savaşı döneminde hastaneye çevrilmiş. Daha sonra 30'lu 40'lı yıllarda da okul olarak kullanılmaya başlanmış. O yıllardan beri okul olarak kullanılıyor. Süper, teşekkürler. Rica ederim. Ну и вот как он дом выглядит сам.
Прикольно. Pardon. Burası okul mu olacak o zaman? Burada eğitimlerimiz hep bakın odalarımız için henüz şey yapmaz ama. Burası açık. Kapalı. Şurada burası bir giriş var. Şu şekilde. Buralar sınıflarımız olacak. Gastronomi, özel okul değil, devlet ha? Okulu. Gastronomi, gastronomi okulu. Ha, gastronomi. O zaman yemek tarifleri vereceksiniz. Evet, hem yemek tarifleri hem uygulama. Hem de sunum. Bir, идем смотреть на улочку, по которой мы только что гуляли с балкона. Ой, мамочки, даже bir korktum ben burası. Böyle bir eski balkon olduğu için ben de yükseklikten korkuyorum. Ооо, смотрите, как красиво. Так классно. Ребят, ну все, я Лиду проводила в аэропорт, она улетела в Стамбул, а я возвращаюсь домой. Надеюсь, что наша прогулка по Урле вам понравилась. Не забывайте подписываться на мой Телеграм, на мой Инстаграм и на мой Яндекс.Дзен. Ну а на этом я буду видео заканчивать. Ждите новых видео из Измира. Ну и пока-пока!